О, привет, доктор. Как дела? Паркер, чудесные новости. Жду тебя. А, типа, сейчас? Это мой момент истины. Так хочу показать тебе. Круто, но меня тут на ужин позвали. Может, позже? Ужин подождет. Ты должен это увидеть, Питер. Ну, ладно. Сейчас буду. Я что, снова нанят на работу? Пожалуй, заскочу. На минутку. Был еще звонок от Дока. Питер, хочу убедиться, что ты все еще свободен. Пока я не могу тебе платить, но я потянул за ниточки, и какое-то время мы можем не бояться волков. Если продолжим работу, я уверен, что новая версия проекта привлечет инвестиции. Крупные инвестиции. Будь готов. Держу кулачки, Док. Привет, доктор. Привет, Питер. Освобожусь через минуту. О, сколько тут всего нового. Где вы взяли все это оборудование? Да, с миру по нитке. Взял пару кредитов. Мы должны начать все сначала. Но в этот раз все будет иначе. Вы тут потрудились. Только начал. Понимаешь, мы все время неправильно понимали суть протезирования. Зачем возвращать людей в норму, когда мы можем улучшить их? Хорошо, так должно сработать. Готов? Все хорошо? Черт! Это все твоя вина, Норман, сукин ты! Я знаю, за кого вы точно не будете голосовать. Извините, у меня привычка дурно шутить в сложных ситуациях. Это хорошая шутка, Паркер. Просто я слишком бурно отреагировал. Нет, не волнуйтесь. Может, вам отдохнуть, а я здесь все подготовлю к новому запуску. Значит, простите, что спрашиваю, но, похоже, вас с Норманом многое связывает. Мы работали в одной лаборатории. Подружились. Решили открыть дело. Мы оба хотели изменить мир, правда, по-разному. Стойте. Вы были у истоков Оскорб? Да я наполовину и есть Оскорб. В старших классах назвали 2О. Добавить корпы, вот, так хорошо звучит. Но почему вы ушли? Норман все больше увлекался генетикой. Он начал проект, который я счел неэтичным. А потом... В итоге вмешались адвокаты, и я решил уйти в обмен на мировую. Но деньги вскоре закончились. Я живу на гранты с тех пор. Если этот проект рухнет... Не волнуйтесь, не рухнет. Но сначала я починю. Сварю-ка я нам кофе.
Не забудь прогнать диагностику пульта управления. Возможно, там замыкание. О, тут не так. Надо перенаправить цепь. О, ты не хочешь попробовать сам? У нас получилось. Теперь нейроинтерфейс. Очень много работы для одного человека. Вы точно справитесь? Очевидно, нет, с сегодняшней неудачей. Я еще не нашел новую работу. Мой бюджет пока... Я знаю. Не беспокойтесь, я разберусь. Что значит пара баксов, когда можно изменить мир, да? За обновленный мир? Пропущенный от МДЖ. Доктор, мне надо бежать. Вернусь позже. Не волнуйся, работа подождет тебя здесь. Авангардные идеи механики. Док, вы уверены, что нам стоит брать деньги у АИМ? У них дурная репутация. Нищие не выбирают, Питер. Когда встанем на ноги, мы найдем партнеров получше. Док и правда думает над лучшей версией человека. Нейронный интерфейс — это прорыв, Док. Сложно, да, но важно. Мы должны сделать так, чтобы наш протез чувствовался как часть тела. У нас получится, Питер. Должно получиться. Знаешь, те микрокабели, которыми мы симулируем мышцы, можно легко подключить к инструментам. Молоткам, гаечным ключам. Мастерская буквально под рукой. Не уверен, что мне нравятся все источники финансирования. Наука основана на риске. Нужно осознать и принять это. Что это? А можно распечатать эжектор паутины? А это что такое, Док? Похоже на какую-то броню. Прототипы защиты, это так увлекательно. АЭМ запросили образцы моих работ. Не могу же я обделить их светом своего гения. Шучу, конечно. Док работает над какой-то системой подкожного введения. Может, для случаев отторжения импланта? Какая большая игла. Док, это что, плод? Вы работаете на тюремное начальство? Так и есть. Они собираются модернизировать свой отдел безопасности. Я им подхожу. Выгодный контракт и в то же время интересная задача. Паркер, мы все время работали над протезами конечностей. Пытались вернуть людям что-то, что они потеряли. Но вместо этого мы можем дать им что-то, чего они никогда и не имели. Что-то, что мы сами придумаем. Освободим себя от гнета ограничений тел, данных нам при рождении. Наш разум способен на великие свершения.
Прости, я пропустил твой звонок. Наш ужин в силе? Ужин? Ах, да. Я звонила по другому поводу, но... Да, поговорим за ужином. Я могу прийти и приготовить что-нибудь. Вот как. Что ж, я люблю риск. Я пока не дома, но куплю что-нибудь и дам знать, как вернусь. Хорошо, до связи. Так, ужин у МДЖ. Сложно что-либо испортить, ведь никто ничего и не ждет. До ее звонка я могу немного поработать. Хорошо смотришь, получил. Thank you.